Так, Алла у нас успешно разминается на групповой тренировке «Буква» под руководством классного тренера Салема. Разминка у нас длится 10 минут в режиме кардио. Специальный режим, который мы вставляем для разминки, который мы также можем использовать просто в формате целой тренировки. Сейчас мы готовимся к основной части нашего занятия, которое у нас будет проходить в тренажерном зале. Мы будем использовать круговую тренировку, используем различные функциональные оборудования: слайд, трикс, твистербэк, а также гирька. Посмотрим, что у нас из этого получится. Вернемся чуть позже. Не просто, да, обратим. Необычно. Ага. Ну вот, а теперь отжимания. Второй этап круговой тренировки в действии. Третья часть нашей круговой тренировки – это выпады в оборудование TRX. Самое время немножечко послазить по скалам. Упражнение называется «Скалолаз», выполняется в петлях ТРХ, опять-таки нагрузка функционального характера. То есть одномоментно у нас работают мышцы полностью всего тела, ноги, пресс, спина, руки в напряжении находятся. Ну и плюс мы усилим эффект от тренировочного занятия с помощью использования костюма EIMAS. Как ощущения? Отлично, супер. Как комбинезончик? Красивый. Ага, ну это чисто такой женский взгляд.